Кировчане могут рассказать, где в городе сегодня слишком жарко. С 19 марта Центр общественного контроля в сфере ЖКХ при Общественной палате Кировской области открывает горячую линию «Африка в квартире». Цель – выяснить, в каких квартирах слишком сильно греют батареи. То есть температура в квартирах превышает норматив, а это плюс 24 градуса. Именно так называемые перетопы в одном месте приводят к недотопам в другом. По итогам акции вся информация будет направлена кировским энергетикам. Сообщить о слишком высокой температуре воздуха в своей квартире можно по телефону 38 14 77 ежедневно с 9 до 13 часов. Акция завершится 23 марта.